Значит, мы руководствуемся официальной позицией. Сурков написал заявление, об добровольной отставке. Заявление было удовлетворено. Прошло совсем немного времени, поэтому каких-то таких явных изменений просто по определению, я считаю, что быть пока не может. Мы увидим, может быть, через какое-то время, к чему эта отставка привела, приведет. Неизвестно, где дальше будет работать Владислав Юрьевич. Но в любом случае, много лет работая в аппарате фракции, возглавляя аппарат Жириновского, я наблюдал за деятельностью Владислава Юрьевича Суркова, который занимался вопросами внутренней политики, развитием партийной системы, политической системы. И всегда для меня он был очень грамотным, толковым стратегом, который выстраивал систему и показывал, то есть реализовывал свои проекты, и мы видели их потом в действии.